Однако, конечно, грязноват бассейн. За бассейном нужно ежедневно смотреть. Внимание много требует. Понял. Ты что, мне показалось? Почудится ж. Ух тышка, есть, есть, смотри сколько. Это походу с деревьев нападало столько мусора-то. Блин, полный сачок стряхнули. Ну, Гро! Опять! Гро, что я тебе сделал? Получишь ты у меня, Гро! Я тебя сейчас сделаю! Я тебя сейчас искупаю, поганец ты мелкий! Сейчас ты меня увидишь! Ну, Гро, иди сюда! А ну, открывайте, говорю! Мелкий! Гро! Открывайте, говорю! А ну, сейчас я со с другого выхода тебе. Я тебе сейчас сделаю. Смотри-ка. Искупать я решил. Иди сюда, я тебе говорю! Ты зачем меня в бассейн бросил? Ты зачем меня в бассейн бросил-то? Я тебе чё? Типа ананасики кушаешь? Ты чё, с луны свалился, что ли? Я тебя не трогал, вот только пришел, только начал ананас резать. Опять все претензии ко мне. Да что же ты такое, поесть нормально не дадите. Чё? Ты чё тут мне втираешь? А кто меня в бассейн только что закинул? Не ты, что ли? Хриплый, у тебя чё, температура? Пойди переоденься, а? Ладно, я пошел переоденься, я сейчас приду. Рассказывай ты мне. Чё пришел, какие-то претензии, права свои качают вообще. Так, ананасную тарелку надо резать, чё просто резать-то? Я такого спирого еще в жизни не видел. Ну а хриплый сам нарвался, наезжают на меня, вот я с ними не поделилась. Слышь, ничего себе! Я тебя вообще не понимаю! Да нет, ты что, вообще рассыпал? Так чё? Чё мне с тобой сделать? Говори мне! А? Ты чё, забыл, кто здесь старший? Хриплый, да какая муха тебя укусила? Я сразу пришел, начал чистить ананас. Может быть, борода вернулся, решил подшутить там. Гро! Ты чё здесь мне втираешь? Ты чё забыл, что он на стрелку повалил, а? Точно. Он же только завтра вернется. Значит, ты просто поскользнулся. Кто-то есть, Гро? Походу. Слушай, иди разведай, а? Слышишь, ты мне тут бороду не включай, я здесь старше, когда его нет, понял? Я походу первый этаж, а ты иди на второй. Ты замахнашка такая стреляет! Быстрее! Быстрее, Гро! Что это за чудик? Это, походу, Бигфут. А кто такой Бигфут-то? Здоровый такой мохнатый обезьян. И он, короче, ходит в горах, в Гималаях.
Как он сюда забрел, не понятно. Что делать-то будем, что ты мне тут рассказываешь эти сказки? Что делать? Валить его! Валим! Ты видал? Его, походу, мёрзлый не берут. И что делать-то будем, Гро? Ты видал? Что делать, что делать? Походу, пробуем еще раз. Целиться в лобешник. Точняк! Попадешь? Ты че? В легкую! Думай, быстрее, ты же голова тоже жаришь. Я не знаю, вы по сути в тупике. Что себе тупик у тебя? Сейчас ты выйдешь с этого тупика. О, чё? Капец, обезьянка обалдела вообще. Чуть меня не попала. Повезло тебе. Давай, надо что-то решать, Гро. Говорю. Думай, думай, быстрее! Точно! Нет, хриплый, у меня идея. Какая? Это наше спасение. В смысле? Вот оно. Ну, еще не догнал. Ты что, кушать собираешься? Не кушать, блин, думай башкой. Точняк, давай, блин! Давай, массива! Эй, волосатый, лови! Подписан на канал, подпишись, а если подписан, огромное тебе спасибо, ты просто красавчик. В общем, если хочешь продолжение, ставим лайки, и оно обязательно будет. Ждите.